Для меня Казбаскет скорее это целая история, потому что еще когда просто за школьную, за прошлую команду играла, всегда мечтала дойти до какого-то достойного результата с командой в этих соревнованиях. И я это сделала, стала чемпионом Казбаскета. Когда мы выиграли суперфинал, я очень сильно обрадовался и до конца не верил, что мы смогли пройти этот сложный этап. Вся наша команда была довольна результатом. Тренер нами, я думаю, гордится. Наша команда выиграла в суперфинале Казбаскет, и нам дали путевку на суперкубок Единой Лиги ВТБ. Я была очень рада, потому что я никогда не была до этого в Москве. Ну, была, но в очень раннем возрасте. И уже не помню ничего. А так, ну, интересно. Новый город. Экскурсия в первый день, когда мы поехали по Москве, нам рассказывали о истории и показывали весь город. Мне понравилось, что у каждого домика какая-то своя история. Нашу команду повели на экскурсию на Красную площадь, и нам очень понравилось. Мне больше всего понравились аттракционы в «Острове мечты». Мне больше всего понравилась горка в «Острове мечты». Называется она «Черепашки-ниндзя». Я только сел, я думал, не надо садиться вперед. Но меня наш капитан на это сподвинул. И это было зря. Я думал, я оставлю свою жизнь там, я больше не свяжу свою жизнь с баскетболом. Но я рад, что мы остались живы. Спасибо, Максим, тебе за такую прекрасную поездку. Когда мы с командой зашли на площадку Playground, мы очень сильно удивились. Мы раньше никогда не играли на таких площадках. Мы узнали, что мы будем играть с победителями СБ. Ну, реальность превзошла все ожидания. Наш матч против студентов и вот этот суперкубок очень много эмоций вызывает. Всей команде нравится. Спортивный интерес точно был. Хотели победить. Студенты все равно поопытнее, как игроки. Очень, очень крутая площадка. На таких площадках не часто поиграешь. Самая интересная экскурсия была на Останкинской башне. Там было очень красиво. Там и правда был вид на всю Москву. Вот. Мне нравится, когда можно с одного места все рассмотреть. Конечно, было страшно находиться на прозрачном этом потолке. Некоторые у нас даже боялись вступать на него. Очень интересно смотреть на профессионалов, и ты делаешь определенные выводы, которые принимаешь для себя и
в будущем, возможно, как-нибудь добавить в свой арсенал. Все эмоции, которые там проходят, они проходят через тебя. Ты видишь своих кумиров там вживую, ты понимаешь, что они правда очень долго шли к тому, что они сейчас имеют, и чтобы стать таким же, как они, надо реально стараться, реально пахать. Вот я сейчас могу буквально их рассмотреть. Благодаря своему 100% зрению я их очень хорошо вижу, за ними очень приятно наблюдать. То, что какие они делают движения, я могу изучать их игру уже вблизи, прям рассматривать, слышать, что они там обсуждают на площадке, как они взаимодействуют. И то, что такой профессиональный уровень и так вблизи, это прикольно. Я болею за «Зенит» и жду только от них и победы. Слежу только за ними. Благодарен КСБаскет, что они вот так нас пригласили в Москву, что они вновь нам подарили возможность команде встретиться друг с другом. Спасибо большое организаторам и КСБаскету за такое мероприятие. Это правда очень классно и супер. Почаще бы такие соревнования были. Большое спасибо КСБаскет за путевку и за всю организацию таких мероприятий. Очень интересно их посещать. Спасибо большое организаторам за такую возможность, за такую мега-крутую поездку, которую они нам, так сказать, подарили, и то, что вместе с нами отдохнули. Теперь на седьмом небе от счастья. Спасибо КСБаскет за такую прекрасную организацию, за такие возможности, за новые впечатления абсолютно. Спасибо тренерам, команде, девочкам, всем, кто принимал в этом участие. Я мечтала, и у меня получилось.